больше я на море, мы не встретимся никак. Вика. Да. Клевая у тебя коса такая. Настоящая. Так у меня две. Надо, честное слово, свои. Ты утюгом ее гладишь? Чтобы выглядело, как будто у меня волос много, знаете. Для вас, как для музыканта, какой звук самый приятный? Хотел сказать, тишина. Самый приятный – это шум моря. Когда нет концертов, я где-нибудь лежу в теплом месте, в таком теплом, вот так вот, и сквозь глаза пробивается солнышко. И вот это… От Даши Александровой. А вот вы писали, что… Не вы писали. Писали, что у вас даже есть свое дерево любви. А если это правда, то где оно растет, как и когда вдруг появилось? У нас выросла такая елочка, и мы решили всякими бантиками ее украшать. Не рубить там ее вот на Новый год, а чтобы она у нас во дворе росла. Она вот растет, растет, и мы им завязываем всякие бантики с желаниями, значит. Ой. И друг другу комплименты. А открытки вы любите? Вот сейчас дарят все подарки, а открыток все меньше. С появлением интернета все заходят на сайты какие-то, ищут там стандартные открытки, друг другу посылают пачками. Я, например, делаю в интернете, но я делаю сам открытки. Ох, как. Я пользуюсь там фотографиями, фотошопом, тем, что я умею рисовать. Создаю такие открытки, очень прикольные. От Светланы из Алматы. А зритель любит эксперименты? Зритель очень любит эксперименты. Как и девушки. Оба. Вот дело в том, что девушки и зритель, это примерно, надо их в себя влюбить. Вот как влюбить? С ними нужно разговаривать. Нельзя выходить просто песня за песней, а надо говорить, понимать, что они хотят. Понимаете? Ах вы. Надо как-то вот так сделать. Не казаться, бояться смешным, потому что она понимает, что ты это делаешь для нее. Вот то же самое и зритель. А когда нельзя бояться? Бояться надо. Ты что? Если ты не боишься, нафиг ты кому нужен тогда? Есть два таких момента, значит, это кураж и мандраж. Хороший артист, он мандраж превращает в кураж. Запомните эту схему. Запомните эту схему.